Здорово, ребят, с вами Четкий Пацан. Сегодня будем снимать GTA Vice City. Кто-то слышал, кто-то нет. Ну вот, заходим в GTA Vice City. Нужно кликать два раза. Ждем. Вот. Бля, пацаны, это не мой стрим, реально. Сегодня наконец-таки я добрался до GTA Vice город. И, вот, блин, я и запустил. Это, короче, просто пиздец. Очень хочется поделиться с вами, делаю вам геймплей. То, что вы видите, это, короче, заставка самой игры в GTA Vice город. Я решил немножечко посмотреть. Чё, она иногда вылетает, но это как-то не проблема. Сейчас я виртуалбокс закрою. Бля, я думаю, её, короче, надо отдельно смотреть, ребят. Сразу понятно, знаете, автор мода нам просто дал понять, что сейчас будет люто пиздец. Давайте играть, те, кто еще не выключил. GTA Vice город, блять, меню. Блять, ну и озвучка, поехали, по новой. Vice город 06 Final, парни, последняя часть. 19:30, говнарьску, Sony на хате. Как на бабке, но лоха хотелось. Он, короче, полный лох. Vice города, садили на 5 лет, опасную тюрьму. Я так понимаю, что здесь, видимо, основная сюжетка сохранена, ребят. И сама модификация просто заключается в том, что все поменяли вокруг. Ну, вы сами видите, просто какой-то лютый пиздец, какой-то Соник сидит. Я не знаю, что там, короче, происходит, но вот я недавно смотрел парнишку с обзором на этот мод, и мне так захотелось самому поиграть в него, и тоже сделал свой видос. Блять, там Сектор Газа играет в заднем фоне еще. Да и вряд ли его брат захочет этого. Давайте, ребят, нахрен заставку врубаем. GTA Vice город 6, крутая сборка с приколами. Майонез, говнарь, продай дерьмо. Блять. Во что я играю? Что здесь происходит? Там, конечно, не Liberty City Stories, а стримить. Озвучка, господи, вы слышите? Ты Шевель Дэниел, и ты должен искать свою булочку. Ну, ребят, булочка написана. Едь на рые метку и пойми, что ты не тыми, а Шевель. Фу, блядь. I love MS Paint. Блядь, я даже не знаю, с чего начать. Блядь, то ли со звезд, которые в виде хуев, то ли на иконку на карте слева, которая тоже в виде хуя. Я не знаю, что лучше, сесть на пацанскую девятку, на которой что написано, блядь, шурпа. Подождите, написано Шовель. Блядь, или на унитаз. Я думаю, ребят, пацанская девятка явно решает. Продукт FM, Шевель мобиль. Чтобы ехать, жми вверх. Слушайте, а саундтрек-то, да, какой? Макароны с сосиской, зубы, ухо. Блять, что здесь происходит? Здравствуйте, с вами Мэдисон. Я официально сообщаю от своего имени, что я выкупил Вася город в ипотеку, которую в свою очередь оформил на кредит. Вот. И все мосты перекрыты. И вам никуда отсюда не сбежать. Ну, собственно, вам и так не сбежать. Окружено водой, а плавать вы явно не умеете. Но, тем не менее, с одного из островов вам не сбежать. Может, потом, если я, так скажем, окажу большую милость, я открою вам следующие острова. Продам дерьмо по говну. И Мэдисон по радио, ребят. Что это за хрень синяя ходит? Блять, ее еще сбить можно. Это просто, это короче, вот реально, вот с самого начала игры, это просто люто пиздец. Господи, авторы, вот не знаю, ребят, напишите мне коммент. Очень хочу лично вас поблагодарить за просто вот этот шедевр. А, это да ладно, это, короче, пожарный гидрант был. Смотрите, одна нормальная тачка проехала. Это, блядь, что еще? Ребят, я даже не знаю, я просто в таком аху, вы знаете, с одной стороны я в полном аху, а с другой я чувствую примерно то, что я испытывал, когда первый хач написано. Господи, блядь. Что я испытывал, когда запустил первый раз GTA, а это именно лютый интерес к самому городу. Вот знаете, хочется на него посмотреть. Блядь, я вот эту тачку хочу себе взять. Хочется посмотреть на все это.
кринжатину, просто почувствовать, что, блядь, что это за тачка такая, чё за жесть, бибиля. А это типа РЦ-бандит, короче, прикиньте. Блять, макароны с сосисками, не могу. Поехали на точку, потихо поедем. Так, что у нас на заправке? На заправке у нас, ребят, улица пердежная. Тут срал Мяндин, блять. Блять, авторы моды, вы просто вообще молодцы. Вот я знаю, не знаю, мне кажется, что вам можно свою студию открывать, как Rockstar. Обнуляй, блять. Замузон, кстати. Замузон, да? Отдельно респектуоз. Не знаю, что играет, но что-то по чилу. Мне нравится. А вот, давайте хуй мобиль возьмем. Это похоже... Блядь, да знаешь, что похоже. Хач такси. Господи, блядь, что я делаю просто, ребят. А, возможно, кто-то из вас... Остановись тут. Мне нравится, как писта, остановись, блядь. Приехали. Ашан Вью. Ребят, какой Ашан? Надо было что-то еще по люте более засунуть. Что это, блядь, я подобрал? Это ж... Что это за хрень, блядь, такая? Господи, боже мой, что за хрень? Шовель, верни деньги, тварь. Блядь, падик, смотрите, вообще дверь. Это что за хрень, блядь? Знаете, похоже было на окошко, в котором мне стипендии на первом курсе выдавали, короче, вообще. Пойди теперь в метку, там нывая звучка. А это сейф. Знаете, на что похоже? Кореша, блядь. А, помните, раньше диск был такой, фаршмак, там всякое дерьмище было, играло. А, похоже, кстати, по обложке. Господи, блядь, гостиницу поменял за неузнаваемости. А, президент... Васи города. Икона от вылетов. Блять, что за хрень? Пойдемте посмотрим, что. Знаете, ребят, можно перепроходить эту игру теперь просто с новыми ощущениями. Вот реально, вот. Молодцы, ребята. Вот честное слово, без того, что они поменяли все, что есть в игре, то снова хочется перепройти именно в этом антураже. Какой нахрен Xbox версия, PS2 версия? Вот у нас, ребят, Вася город, лучшая часть. Мне пока очень нравится. Булочка. Привет, Сонь! Данил, Данил! Как много времени прошло! Я знаю, ты кушаешь эти булочки сейчас. Уже ты 5 лет ешь. И ты знаете, еще напоминает, раньше брали фильмы и переделывали полностью озвучку, и вместо ночного дозора там ночной базар был, блядь. Или «Властелин колец», «Сорванные башни», короче, там типа гоблин озвучен, напомните, лет пацаны. И там полная лютая, короче, вообще дичатина была. Полный сюжет менялся. А в принципе кадры все те же самые оставались. Вот здесь такая же жесть вообще. Я даже не смотреть заставки, не смотреть. Блять, нахрен, хочу покататься по городу. Чтобы прийти в гости к задрыту, следуй за кинкой на экране. Блять, даже прочитать не успеваю. Господи, блять, авторы. Сохраните файл 2, ты же нет. Блять, эти крики я не могу. Я сохранил? Так. Там еще рогатня периодически. Блять, вообще жесть. Улица пердежная. Слушайте, а я же был уже на улице пердежная, вроде не здесь был. А он, нормальная тачка. Супра, пацаны, походу, супра, да? Блять, микроволновка за рулем, пиздец. Это что, коп был? У него гитара, блять. И какая-то хрень еще. А, это вместо дубинки, типа, блять. О, три хуя, ребят, собрал. Блять. Давайте я, короче, на супру. Я не могу даже разобрать, что за ним фоне говорят. Сейчас, погодите, волюме добавлю на колонки. А, это типа, короче, рация копов озвучена.
Давайте перекрасимся на нашей супре. Слушайте, а что по номерным знакам? ПНК ССН. Ну, номерной знак вообще классика, ничего особенного. Бля, ребят, если вам слышно еще звук, сейчас будет. О, как красиво, да ладно. Все, короче, перекрашиваемся в... Блин, ну, пацаны, они Paint Spray не поменяли текстуру. Что за прикол? Все поменяли. А вы-то хрен там, неси сюда все свои. Блять, у меня денег нету, короче, прикиньте. Блять, мне бабло, короче. Ну ладно, можно сдохнуть. Постреляемся. Господи, я не могу, как все это выглядит. Знаете, я не играл в GTA. Блять, я еще это дерьмо бросаю. Я не играл в GTA, пока версию, я не знаю сколько лет. Я скажу, что играть с мышкой, кстати, это сами кайфово, я уже даже забыл, каково это. Это типа ФБРовцы, что ли, или кто это, блять, я вообще не могу. Господи, какая жесть. А тачка, причем, знаете, снаружи текстура вроде та же, а внутри, блять, какой-то этот, Майнкрафт, что ли. Блять, зубы. Блять, что я вообще не могу. А, это что, Александр Пистолетов, что ли, иконка? Прикол, вообще не могу. Магаз Пистолетова, реально, блин. Ну сейчас, ребята, я, короче, загнусь, посмотрю, что будет. Лох, блядь. Лох, что не засунули сюда этот, двух типков. Ебать ты лох. О, какая тачка. Блядь, а как бегать-то? А, вот шифтом. Твою мать, не тем шифтом бегаю. Хочу тачку эту, блядь, ребята, эта тачка просто... Блять, это просто, короче, лучшая GTA, в которой когда-либо играл. Я не знаю, блин, остальные моды, ну, как бы, блин, совсем не то. Здесь вообще, ребят, новая игра, вот это я понимаю. Переделали, так переделали, пацаны, от души. Блять, тачку бы взять, ёп. Блин, она сейчас уедет от меня. Знаете, вот единственное, что, короче, та же тема со спавном тачек. Вот развернусь, сейчас она исчезнет, и нихуя не будет на всю карту. Да, блять, это не поменялось. Трололо ходит по городу. Вообще не могу. Дайте тачку уже взять какую-нибудь. Ну ладно, знаете, что не ходить? Крови нету еще, жалко. Ну, в принципе, оно понятно, да? А чё, подождите, на листовках написано. Порошенко блокирует. Два жителя во все города в шоке. Митинги по всему городу, блять, не могу. О, какая хрень, блять. Красный, вставай. Блять, зеленый. А вот ведро, которое до этого видел, походу. А, нет, что-то другое. Портвейн, три семерки, знакомая штука, короче. По-моему, покупали эту хрень, блядь. Нормальный винчик, кстати, был, ребят. Кто согласен со мной? Улица Пертак уже. Кто согласен, что винчик нормальный, ребят, оставляйте комментарий. Кто не согласен, пишите, что, блядь, Пакман курица. Мне кажется, можно реально, короче, сейчас нормально так залипнуть, игру проходить, сеть вообще. Продам дерьмо, мне нравится. Как его купить, если его продают? Продай дерьмо. На сале можно, блядь, текстуры эти. Можно сесть, посмотреть еще клуб Малибу. Сейчас еще до моста доехать, посмотреть, что там происходит. Там сейчас синий экран, походу, да, висел только что на рекламной щите. Госпиталь тоже заслуживает внимания. Вместе к великому... Блядь, сейчас. Почитаем, ребят. Так, тут текстурку не поменяли, это печально. Могли бы чем про Мэдисона бахнуть сюда. Уже как бы был Мэдисон по радио, поэтому был класс. Госпиталь выглядит просто прекрасно. Вообще отлично. Вместе к великому вылету. Блять. U.exe. В каком Вася город, так понимаю, там написано. Вашингтон Молл. Так, тут тоже не поменяли. Блин, жалко, что эти 0.6. Это финальная версия мода, видимо. А больше они будут на текстуре. Они и так, конечно же, тут все, что можно, блядь, поменяли. А вон эта тачка, которую я дотвил. Они, кстати, еще физику машин поменяли. Ребята, они в плане управления, это какой-то лютый пиздец тоже стал. Хуй на двери. Блядь. Это, короче, говнище, короче. Блядь, пятерка, что ли, или что это? Со шкалотронами. Блядь. Я не могу, вообще прикол. Мне так нравится. Мне еще нравятся деревья, которые выглядят просто, скорее, как, блядь... Макароны с сосиской. Без рукавша. О, нормальная тачка. Без рукав, блядь. Как можно было эту хрень придумать? Я реально просто не понимаю. Жалко, что в меню... Блядь, эта хрень еще, но... А, открыт? Да ладно, нифига. Прям сразу нам... А, не, подожди. Сейчас посмотрим, мне закрыт. Блин, тачка, я не могу. Стын Айленд.
У нее еще такой звук у тачки этот. А что по радио играет, непонятно. Сейчас, ребят, колоночку погромче уши. Летов, что ли, играет? Блять, музыка вообще еще душевно. Что еще по радио? Продукт FM. Серьезное, серьезное радио. Прям такое. Атмосферно, ребят. Блять, смотрите, какой лимузин. Зачем нужен киберпанк, действительно, когда есть GTA Vice город? Блять, это шаха-лимузин. Куб авто. Скупчанки, что ли? Как сесть в это говно? Блять, сделали же они ту хрень. Крокодил FM. Ну вы это слышите, в общем, да? Блять, вообще еще ехать на ней, короче, невозможно. Она длиннющая. На полкарты, блядь. Как этот, в Топ Гире была серия, когда они тоже огромные тачки такие собирали. Вот один в один. Дверь. Господи, мне так нравится визуальная часть. На карте отмечено, что за хрень? Че, без рук, что ли, опять? Блядь, дайте нормальный тачек возьму, на ней ехать невозможно. Окна, блять, а где клуб Малибон? Где-то же здесь был, но я, короче, аж растирался, ребят, этого мода. Радио халфа, блин, халфа какая-то, окна, радио не могу вообще что-то. Техтур. Жалко, что не все персонажи еще заменены, на самом деле. Так, тачка спецназовская. Выглядит по-обычному, ничего особенного. Блять, это что передо мной едет вообще? Что это? Можно в тебе ехать или нет? Хрень. Блять. Че не могу. Что это за говнище? Б666, наверное. А, это, короче, чисто текстура по краям натянута, походу. Блять, музыка, ребят. Это какой-то просто пиздец. Очень-очень-очень атмосферно. Я вот включал до этого GTA 4 Криминальной России, когда играл тоже как-то в мод с вами, ребят. И я скажу, что в этом мне больше нравится играть, просто потому что, как минимум, все абсолютно интересно. Транспорт интересен, окружение, персонажи. Я на полном серьезе говорю, мне очень нравится. И я понимаю, что сюжетка здесь осталась та же, то есть, в принципе, миссии есть, и можно поиграть еще. Чё это за радио, я даже понятия не имею. Я просто поезжу в тачке, чтобы радио послушать, покайфовать с пацанами. Надо было стрим делать. Ребят, вот голосовали за Liberty Stories в прошлый раз. Так бы в это говно на стрим поиграли. Шедевр, точнее, извиняюсь. В этот шедевр, друзья. Чё там еще по радио? Пингас FM. А, это мы Пингас FM слушаем. Понял, понял. А, тут радио мне не работает. Прикиньте. То есть ты переключаешь, короче, и ничего не меняется. Прикольно, они еще сделали специально для этой тачки музло. Да, вообще кайф. Вот, девятосик четкий. Вообще шикарная. Не гнилая даже почти, что только по аркам пошла. Лена Мобиля. Вот хочется, знаете, второй, третий город посмотреть. Я вроде как сейчас себя высвел. Ну, давайте проверим, сработал ли себя выс, ребят. В воду съедем, посмотрим. Блять, 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 все в деревьях. А, надо на пляж и на воду посмотрим. И, блять, что за персонаж только что шел. Попробуем доплыть. Блять, у него управление, это просто пиздец. Джишниль, да и увлек, блять. Шафе 103. О, пампик играет. Отдельный респект за памп. Да, это микс какой-то на Sandstorm, походу. Я думал, сначала памп играет чистый. XS Projects, кто его знает. Проверим, работает ли CIA Waze. Вот, ввел я его точно сейчас, только что. Два раза даже вводил.
Какая амуниция? Это магазин пистолетов у нас уже. Все, амуниции нету. Подъезжаем аккуратно, проверяем. Блять. Твою мать, а. Бля, пацаны, не вести отвеча. Во! Все, поехали, короче, посмотрим. У меня раскладка ебланская на клавиатуре. Ну вообще, под такую музыку сейчас самое то. Я боюсь карту включать, давайте включим. Крики, блядь. А, сейчас обогнем остров, наверное, и попробуем попасть на другой. Под такую музыку. Не знаю, ребят, как вот вам смотрится, но я вот прям вот сижу, знаете, и считаю, что это один из лучших вечеров моих, который проводил когда-либо, наверное, в своей жизни. Даже радио не хочу переключать. Жалко, что текстуру воды не поменяли на какой-нибудь кисель, борщ, я не знаю, что угодно. Прикольно, что еще коды помню, что Сева есть был, блин. Конечно, он простой, но все равно помню. Блин, музло вообще огонь. Нет, вообще кайфунки, конечно. Была бы камера, увидели бы, ребят, что сейчас сижу с огромнейшей улыбкой на лице, вообще прям радуюсь. Вася Сити. Я думал, это Вася Город, а это, видите, Вася Сити здесь написано. Видимо, разрабы сами так и не определились, что Вася Сити это или Вася Город. Сейчас вот мы хуёв сейчас словим, кстати, сразу, наверное. Три хуя нам дадут. Давай. Блять, сиди экран был в подгрузке, господи. Надо было разрабам рокстаровцам сразу обращаться к разрабам на пивмоду и сказать, сделал нам DLC для игры, которую будем официально продавать. Мне кажется, оно бы отлично зашло бы. Блять! Сука, перевернулся. Так долго плыл еще. Плохо вдох, плохо вдох, плохо вдох. Не могу вообще. Блин, я так ехал еще этот Даруто, Сэндшторм слушал. Ананас, ухо, какая-то хуйня просто происходит. О, какая штука, вы видели? Блять, блять. Блять, хочу ее. Блин, все тачки. Блин, уехала. С одной стороны, удобно, что когда вот так крутишь, все тачки пропадают. Ну, что-то на упа яйца. С другой стороны, когда что-то тебе надо, то у тебя ни хрена, блядь. Ну. Так, тачка с копами. Вообще неинтересно, тачка с копами, блядь. Вообще просто. Самое, короче, ведрище. Дайте уже что-нибудь нормальное. Ладно, эту херню возьму. Че он, блядь, сказал? Во-первых, они с тупой переступают. Пенисы на колесах, господи. Относительно труда переступают позицию внешнего отнятия минимума от максимума, потому что уровень находится выше. Что же шизофреник по радио, блять, мешает. Блять, перевернулся сразу же, пиздец. Загорелся еще. Блять, такие крики. О, какая штука. Подождите, это же обычный транспорт, 100 пудов. БТР какой-то, вообще. Да, вот это музло, вообще. Господи, карта, по ней ориентироваться вообще невозможно. Просто за музыку, вот реально разрабам отдельный респект. Постарались, что на радиостанции нормально прокачали. Мне очень нравится радиостанция. Прям вот от души скажу. Прям вот до этого кайфовал, и сейчас еще. Они вот отлично в эту всю атмосферу вот этой дичи просто втягиваются. Я даже такую музыку просто не слышал нигде. Хотя я немало дерьма слушал. Нашли же они эту хрень, блин. Сами писали, что ли.
Сейчас миссию, ребята, возьмем. Блять, музыка, пиздец. Майонез, пришли к майонезу за миссией. А что там? Блять, повар, что кто это вообще, блять? Пати на яхте. Надо было пати на хате писать, ребят. Наташа, Юля, синий экран, блядь. Прикол, что они даже озвучили вообще вот от души. Поехали, его пиздёж сейчас слушать не будем. Забери пацанские шмотки в магазине и бнуляй. Садимся в тачло. Вот, вот ту хуйню давайте возьмем. Что это такое вообще? Прикол, что здесь садится еще. Крокодил ФМ. Она надкусила булочку и поняла, что что-то не так. Почему творог в моей булочке пахнет вагинами, подумала Джули. Это и стало новой загадкой для талантливой девушки-детектива Джули. Ребят, мне очень интересно ваше мнение. Напишите мне в комментариях реально. Что вы думаете по поводу этой игры, этого мода и вообще по поводу этого летсплея? Стоит ли проходить дальше эту игру полностью и снимать, не знаю, стрим делать, что там угодно. Сейчас мы на вот этом поедем тачке. Блять, кто это вообще? Хрень это из Мадагаскара. Пингас. Это что, очко, что, блять, это не очко? Господи, ребят, простите меня. Правда, я не специально. Надеюсь, что YouTube это как бы, ну, не залочится это дело. Так непонятно, я не озвучиваю, что это, ребят. Поехали в обнуляй. Блять, пацанский прикидон. Адидас. Прикольная штука. Офигенная вещь, говорит. Едь к Лыдке Епифановца. Где байк, где байк, где байк? Инвалидка, точнее. Бля, вы это слышите? Жалко, что колеса не крутятся, было вообще по кайфу. Блять, что здесь? Что это за пиздец? Приехали. Господи, мне же страшно смотреть на это. Пати на хате, на яхте. Кино играет. Мне прямо интересно стало, они вообще всю игру, что ли, озвучили? Отвези Карину в задрыт клуб. Это что такое вообще, блять? Это что, машина? Honda Civic, будешь работать на моего батю? Не знаю. Мы же я полыжу руку тебе на пипиську. Не знаю. Я лампу вотел, блядь. И человеческий пенис, часть первая. Мастурбатор из будущего жил в ужасном мире. Он жил в ужасном. Иногда я молчу, ребят, просто потому что я нахожусь в полном ахуе и думаю на это, то, что вообще делал со своей жизнью, когда вот сижу, играю в такую хрень, честное слово. Это скорее риторический вопрос, ребят. Можете мне отвечать на него в комментариях. Блять, что за радиостанция? Блять, еще увидимся. А ты что, залагала, что ли? Все, ребят, игра свалилась, что ли? Не, нормально. Красавелла, брателла. 100 гривен. 100 гривен тебе дадим. Фу. Ребят, это шедевр. Блять, однозначно. Это 5 с жирнейшим плюсом. И еще пару баллов. 5 накидываю за радио. В итоге у нас получается твердая десятка с плюсом. И эта игра... Что это, блять, за корабль, нахуй? Эта игра входит просто, блять, в топ
100, наверное, вообще всех игр Саша за всю эпоху игровой индустрии. Коричневые ухи. Но самое главное, то, что динозавры прыгали от того, что инопланетяне сделали призраками вещами свирепыми. Думаю, на этой ноте, ребят, мы с вами и закончим. Я могу играть еще, наверное, недолго. Шавель, верни деньги, тварь. Очень интересно, правда, узнать, ребята, ваше мнение по этой хреноте. Желаете ли вы играть, смотреть на прохождение дальше, стрим? Как вообще вот вам Вася Город? Я в полном восторге, да и Ваху одновременно тоже. Мне очень нравится. Обязательно посмотрим, перед тем, как прощаться. Комнату пирожка. Что ж там происходит? Блять. Эти руки. Я знаю, откуда эти руки, друзья. Они не... Блять, комната у него. Красивая черная кошечка 5 месяцев. Макароны. Ну, в общем-то, так-то декор, в принципе-то... Это что, блядь, Авито? Блядь, это с Авито, реально, ребят. Пиздец, телевизор. Это что, шмот, да, типа пацанский? Не-не, мне больше тот нравился. Ну ладно. Друзья, всем спасибо за просмотр. Не знаю, смотрели, вообще не смотрели, или выключили эту хрень. Я вам очень благодарен. И обязательно скоро встретимся. И счастливо всем, пока-пока. На пасте и на боли про счастливую ночь.